CNN объявила об отстранении на неопределенное время от эфира своего наиболее популярного ведущего новостей Криса Куомо, брата бывшего нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо, подавшего недавно в отставку. В Америке считается практически должностным нарушением, когда журналист начинает непосредственно участвовать в политике, то есть теряет объективность и смешивает интересы своей журналистской работы с политическими. Первоначально выяснилось, что Куомо, телеведущий на протяжении 18 месяцев обвинений в сексуальных приставаниях против его брата, губернатора, обсуждал с Эндрю Куомо, с другими членами семьи и их сторонниками имеющиеся проблемы, участвовал в разработке стратегии защиты губернатора. CNN тогда несколько месяцев тому назад выступила с извинением, в то же время защищая Куомо и говоря, что игнорировать свою семью человек не должен. Но сейчас были опубликованы сотни документов по расследованию против Куомо нью-йоркской прокуратуры. В них указывается, что Крис Куомо, помимо всего прочего, обсуждал конкретные детали дискредитации одной из женщин, говоривших, что Куомо к ней приставал, и вообще участвовал в разработке детальной стратегии защиты брата, чрезвычайно при этом активно. Ну и в результате нарастающей критики CNN своего самого популярного ведущего от эфира отстранила. Крис Куомо должен был хотя бы, согласно закону, объявить, что является заинтересованной стороной в этом деле, в то время, когда эти события он освещал. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.